Сегодня в Авдеевке состоялось очередное заседание в деле об убийстве Александра Цукермана. Вопреки ожиданиям семьи погибшего, на ускорение процесса суду удалось допросить лишь двух свидетелей. Правда, в деле открылись новые факты. Какие именно, расскажет Кирилл Ющишин. Сегодня Авдеевский суд продолжил допрос свидетелей по делу об убийстве Александра Цукермана. Напомню, 24 августа прошлого года жителя Кривого озера зверски избили и застрелили сотрудники райотдела полиции. Наряд вызвали с целью утихомирить нетрезвого дебошира. Правоохранители заковали мужчину в наручники. Затем его избивали, а водитель патрульного автомобиля Денис Ляхватский выстрелил мужчине в грудь из личного пистолета под патрон Флобера. Такова официальная версия следствия. Все это произошло у черного входа в универсам, где было установлено видеонаблюдение, но записей нет. В магазине говорят, в ту ночь камеры не работали. Сегодня во время допроса экс-начальника райотдела выяснилось, обвиняемые полицейские в первые часы после убийства хотели удалить видео. Да, пропонували. Ляхватський пропонував і вроді би прочепує. Ну, я відеозапису не бачив, чи був він, чи не був, чи вилучався, чи не вилучався. Я про це дізнався, коли до мене приблизно в листопаді місяці прийшли додому з обшуком і шукають якийсь жорсткий диск. Камери є. Вони пишуться чи вони не пишуться. Відеозаписи я особисто не бачу. Сервер системи відеонаблюдення прокуратура ізимала і відправляла на експертизу, но записи той ночі на жорстких дисках не знайшли. Возможно, підсудимим удалось воплотити свій замисел, і відео було уничтожено. Адвокати сім'ї Цукерман намерені обращатися в вищестоящі органи, щоб знайти і наказати тих поліцейських, які сразу після убійства пытались замять діло. Ми вважаємо, що працівники поліції, не тільки ті, які сидять зараз на лаві підсудних, а працівники поліції, які керували безпосередньо органи внутрішніх справ району, області, вони вчинили злочин, мали скрити цей злочин. Также выяснилось, что начальника подсудимых, которого на волне народного недовольства после убийства отстранили, несколько месяцев спустя возобновили на службе в полиции. Его было снова поновлено. Це кажуть про те, ну, це, на нашу думку, свідчить про те, що це систематичне покривання і прокуратурою, і поліцією одного одного. Сегодня также слушали показания таксиста, который в ту ночь привез домой выпившего Александра Цукермана. Именно драка между Александром и таксистом стала отправной точкой трагических событий. Вдарив, я упал, и он словами, что таксист, я убью, ну, нецензурно говорю. Упал, я упал, мене ззаді схватив і почав бити мене. І я втік, просто втік. Адвокаты полицейских по очереди задавали свидетелям одни и те же уточняющие вопросы. Судьи сделали им с десяток замечаний. Суд затягивают. Начинается в 11 часов, кончается в 5:30, перерыв с часу до 2. Это не суд. Я вимагаю, чтобы 8 часов, так как был рабочий день, чтобы суд был. В этот раз суду удалось допросить всего двух свидетелей. Следующее заседание должно состояться через неделю, 24 марта. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Николаевская область.